Доброе утро! Согласитесь, что весна – это самое прекрасное время года. А в краю суровых морозов и огромных сугробов оно еще и самое долгожданное. Что делать, когда уже очень хочется сменить свою одежду на более легкую и без вреда для своего здоровья? Давайте попробуем выяснить. Весна в Югре – совсем не то же самое, что на календаре. Погода чаще всего непредсказуема. Сегодня метет метель, а завтра уже безветренно и светит солнце. Эта обманчивость погоды вводит в заблуждение северян, которые не могут угадать, когда же пора переодеваться. Солнце греет теплее, температура повышается, снег тает, значит, можно уже менять. В первую очередь, как многие, наверное, шапку снимаю или меняю на более тоненькую. И куртка, да, пуховик на весенние ветровочки, пальто и так далее. Ну, когда солнце, и вот температура уже, ну, позволяет, в принципе, снять шапку и при этом не заболеть, как бы, ну, не простыть, то, в принципе, тогда и снимаем. Многим северянам к концу зимы надоедают теплые и порой неудобные головные уборы, и именно их они стараются снять в первую очередь. Но в такую погоду шапки лучше заменить на легкие платки или капюшоны. Врачи не рекомендуют полностью избавляться от них. Это верный способ простудиться. Очень много и хронических заболеваний, и заболеваний, в том числе вирусных, бактериальных, которые будут, как говорится, в любом углу поджидать. Поэтому любые шапочки, пусть они тонкие, капюшоны, платочки, обязательно нужно носить, потому что не избежать тогда синуситов, гайморитов, отитов, фарингитов. Ну, естественно, чтобы и горло было закрыто. Да, это вот как раз-таки фарингиты наши, трахеиты, бронхиты и воспалительные заболевания легких. Лучше носить верхнюю одежду из натурального материала. По мнению медиков, она должна быть плотной, комфортной и не пропускать влагу. Кроме того, синтетическая одежда может привести не только к нарушению теплообмена, но зачастую и к аллергическим реакциям. Очень много людей, которые страдают от аллергических заболеваний, в том числе и кожных покровов. А так как мы знаем, что кожа, она имеет способность еще и выделительную, выделяются токсины, работают сально-потовые железы и... Тем самым, если это происходит именно в таком ускоренном процессе, то понятное дело, что воспалительных заболеваний, именно кожных покровов, не избежать. Во избежании простудных заболеваний врачи также рекомендуют не спешить и со сменой зимней обуви на демисезонную. Это можно будет сделать лишь после того, как снег полностью растает, иначе велик риск подорвать свой иммунитет. Девушка, капюшончик наденьте, холодно. По мнению югорчан, с такой погодой лучше не рисковать. Следите, чтобы ваши руки, ноги, да и все остальные части тела были в тепле. Будьте здоровы и доброго вам утра!